Привет всем, вы на канале Bear и Game. Мы продолжаем проходить Evil Within 2. Давай, Зло банта, взяли ума. Внутри, вторая часть. Уму не взяли, чё-чё. Первая у нас не пошла. Скажи. Скажи. Значит, ты здесь уже неделю сидишь? Неужели так долго? Плохо. Здесь время идет по-другому. Мы думали, что быстро управимся. Типа, я буду дома к ужину. Но это место вообще ни на что не похоже. В смысле? Когда ядро идет в разнос, всегда сбои бывают, но... Сейчас творится черт знает что. Здесь все распадается на куски. Есть излучатель стабильного поля, но он работает неправильно. Что за излучатель стабильного поля? Если тебя послал Мёбиус, ты должен это знать. В группе вас было пятеро? До нас сюда отправили еще команду охраны. Ну, да. В поисковой группе, да, пятеро. Постой. Ты сказал, было? Я нашел Бейкера. Он мертв. Ха. Неудивительно. Он засек мощный сигнал и пошел проверить. А я говорил, что нужно попросить извлечения и сообщить о наших находках. А остальное не наше дело. Но он не слушал. Как же, командир группы. Должен быть храбрее всех. На самом деле, от храбрости до глупости один шаг. Согласен. От осторожности до трусости тоже один шаг. Не надо передергивать. Меня не радует его смерть. О, я что, по-твоему, совсем скотина? Надеюсь, остальные целы? Я сообщу, если найду кого-то еще. Правда, сообщишь? Спасибо. Я буду рад. Так, я надеюсь, ему не, у него унитаз есть, чтобы от страха пасту не подавить. А то он здесь сидит уже неделю, бедный. Как он испорожняться? А здесь опаснее, чем я думал. Не знаешь, где можно добыть оружие и припасы? Я пытался тебе рассказать, но ты не хотел меня слушать. Ну, теперь слушаю. Я перехватил разговор двух охранников Мёбиуса, которые говорили о схронах с оружием. Найдешь их, пополнишь запасы. Может, охранники живые помогут? Я подумаю. Да ладно, я здесь один, и мне нужна защита. Если бы ты не позволил своему защитнику подохнуть... Хватит уже. Я отмечу сигнал на твоем коммуникаторе. Захочешь, проверишь. Мне плевать. Эти твари довольно крепкие. Приходится тратить много патронов. У тебя есть что-то помощнее? Здесь нет, но снаружи можно будет найти. Здесь должно было быть мирно, но Мёбиус и пушки всегда вместе. Не знаешь, где мне найти эти самые пушки? Там сплошной бардак. Вряд ли ты найдешь готовое к бою тяжелое вооружение. Но я видел что-то приличное рядом с брошенным БТРом. Я отмечу точку для тебя, но ты поосторожней там. Вокруг шаталось столько этих тварей. Все, иди ты нахрен, мне надо убивать. Ку назад. Что ты там делаешь? Как вы помните, в прошлой серии вот мы с ним как раз познакомились. Убежишь его, иди на... За нас, этим, с помощью коммуникатора определите, откуда доносится голос девочки. Хорошо, нам надо это четко все выдумать. А что ты там один делаешь? Гранаты, что ли? Или что ты там делаешь, а? В носу ковыряет, ты задолбал, ты козявка, конечно. Слушай, может, у него здесь есть? Он лепит какие-то эти. Что такое? Кулички. Кулички? Здесь кулички из своих колечиков. Гениально. Верстаки. На верстаках можно создавать из компонентов снаряжения и предметы. Или улучшать оружие с помощью деталей. Так, нам написал, там, Стингер что-то написал. Этот... Андрей. Создать. Да, а что все? Давай создадим. Так, чем бы воспользоваться? А, вон какая-то варево и химия. Химия, он варит там что-то. Ну и что? Имеющие компоненты. Ну, выбери какие-нибудь.
Есть место? Так, вот это все. А, три таких надо. Шприц. А у нас ничего нету, то ё-моё. У нас одна эта херня. А, три листочка, да? А, если три листочка, можно будет шприц сделать. А, оружие, припасы. А, два пороха. Выбери сначала оружие, нажми. Сюда? Ну да. Удерживать Е, чтобы создать пистолетные патроны. Удерживать надо. Да? Да, сейчас мы все на патроны потратим. Ну все, хватит. Да. И там еще улучшения были, помнишь? Да. Видел, да? Давай еще что-нибудь улучшим. Посмотрим. Вот. Улучшения выбили. Там мы же магазин. Я понимаю, магазин. Чего? Емкость магазина. Что у нас есть? Где это? Время перезарядки. А что нам делать? А вот ты выбери, что нам надо сделать. Время перезарядки улучшить, емкость магазина улучшить, скорострельность. Блин, огневая мощь. 20. 20, да? А у нас 15, смотри, деталей. А ему надо 20 для этого. Попробуй другое что-нибудь посмотреть. Вот это же емкость. Тоже 20, да? Сколько? 4? 30. Тайтиц, красивый. Значит, я не везде обширю. Значит, надо, да, это еще подсобирать. Че, кофейку давно не? Кофемашины. Выпив и кофе из кофемашины, вы полностью восстановите здоровье. Кофемашина автоматически начнет готовить следующую порцию, но это займет некоторое время. Отлично. Мы можем всегда подходить сюда и пить кофе. Давай, да. Фу, я хоть и не люблю кофе, но его нахуй. У меня, кстати, от кофе тоже голова почему-то болит. Не болит. Люди какие-то прямо говорят, ой, так кайфово, там типа бодрость, все дела. Сразу становится легче. Да. А у меня голова начинает болеть всегда от кофе. Вообще не могу его пить. Ух ты, взять. Ух ты, и баян взяли, капец. И открыть. Баян. Ящики с припасами. В каждом убежище есть ящик с припасами, который со временем пополняется. Если у вас мало припасов, загляните в такой ящик. Вообще зашибись. Еще есть, да? Или нет? Ну, макс, максималка, понятно. Ну, что-то мы сегодня вообще как-то... Ой, еще что-то лежит, смотри. Детали. Детали. Вот, смотри, где-то можешь что-нибудь создать. Так, создадим, а что, ну, да, конечно. Почему бы нет? Это что, улучшение получается? С такими зомбаками. Улучшение? Да, это лучше. С такими зомбаками драться, конечно, нет, нужно. Лучше емкость магазина, потому что я стреляю дерьмо. Игра тормозит. Да. А вот на это уже 50 надо. Ну, смотри, теперь у нас больше емкость магазина. Так, а где тут сохранится? Телефон какой-то тут должен быть. Телефон есть? Что такое? Терминалы. Терминалы позволяют сохранить достижения в любой момент. Они находятся в убежищах в кабинете Себастьяна. Сохранить я. Новая ячейка. Резонанс. Глава 3. Ну что, пойдем убивать-то уже. Хочу убить. А вы нам писали, сколько там глав? 25? 18. А, 18. Ну вот, мы уже на третьей. 25. Подожди, что туда, что ли? Я не хочу туда идти. Нам туда надо. Подожди, может туда пойдем? Выходить наружу и с помощью коммуникатора определить, откуда доносится голос девочки. Ой, мне уже страшно. Там эти глаза, наверное, выучились. Да? Значит, мы отсюда, значит, нам туда вниз. Да. Пошел вниз, вот сюда надо. Конец, выломали дверь бедному. Тихо. Что за батарея? Фу-фу. Мы, наверное, периодически будем к нему возвращаться, потому что... Не будем, нахер он не может. Ну, может быть. Что это? Зеркало, переносите нахер отсюда. Что за... Что это было? Какой-то призрак. Ну, потом узнаю, что это было.
Вот там что-то стоит. Да, сейчас они тут полетят на тебя на радости. Не надо. О, сигнал. Ладно. Посмотрим, смогу ли я поймать нужный сигнал. Прям как Silent Hill рация. Он сам ловит, да? Он, видишь, сбоку сигнал идет. Засечь R. Довольно далеко, но другого пути нет. Боже, надеюсь, это Лили. Капец, ну мы надеюсь... Чё? Всё? 382, значит, да, сигнал у нас идёт? Хорошо, а куда идти? Еще что ли надо? Посмотри по карте. Разрушается все нахрен. Не, мы сигнал определили, там уже все. 382. Точно, Silent Hill. Дальше. Так, туда мы уже... Отщипнули. Чуть-чуть. Из другой игры. Какого черта? Слушай, ну хорошо, что ну пускай это станет. Если дальше от Юниона, скоро ничего не останется. Нормально. Современный сайт. Нужно найти тот сигнал. Чё? Он у нас есть, да, получается? Мы должны на него идти. Блин, нахера я перезарядил-то? Там кто-то ходит или что там? Ходит, ходит. А, да, действительно, смотрите-ка. Там уже двое, я вот увидела. Двое. А как нам идти-то? Как ты? Карта там? Вот сюда, да, получается? Ну вот, смотри, видишь какие-то обозначения? Я не знаю, что это значит. Там стрелка. Смотри, исследуй, как хочешь, так и иди. Ты управляешь, ты... Слушай, ну ладно, я понял, капитан, я управляю. Руля. Вот это что за дерьмо? Убежище, точка сохранения, зеркало. Кофемашина. А, если надо будет, понятно, если ты захочешь здоровье восстановить. У нас так автоматически сохранение. А что там, уже никто не ходит? Трое, как минимум. Даже чё? Дай башню, паскуда. Придумок. Ох ты, ёпка, он был на все на голосовании. Почему не дохнут урон? Чё, слепые, что ли? Да что не дохнут? О, мудак. Поехали. Ох, сейчас глаз-то лопнет прям вообще, раскрылся как. Похер. Чё это? Ой! Нифига ты швабра. Откуда? Ты чё, овца что ли? Где ты? Подожди, я ж тебе в голову попал. Чё такое-то? В трусах, что ли, держишь эти молотки? Топорик. Если вы взяли топорик, то он временно заменит в бою нож. Им можно убить кого-то из врагов, но он ломается после первого же использования. Топорики можно найти в Юнионе или забрать у врагов. Можно жижу забрать. Заберем жижу. Зеленый гель.
Ну тоже, что такое? Ты тоже, смотри, не видит. Он нас не видит еще. А вот... Ну что ж ты, крив... Гори, ну... сам, сгори. Блин, пули. После него тоже жижа новая. Вот, по, это... Мы можем патроны пополнить у этого, да, получается? Mm-hmm. Еще там глаз один. Глаз один. Да, он там где-то. Да хер с этим глазом. Он так что-то там шарится. Хорошо, значит, мы будем этого мудака пополнять. Че там, заставочка? А, исследовать. Это тот, кого убили, наверное, не успел убежать. Mm-hmm. У него что-то есть, да? Патроны есть. Так. Нормально. Ведьма заметила. Ух ты, ёб, сколько он. Жаба-то матая. Почему они, интересно, все одинаково одеты? Да подохни ты уже, нахуй, ведьма ты проклятая. Вот так вот, вот. С первого раза бы так, на. Что там ей? Давай возьмем. Проклятие ада. Что, кто-то там прется, тихо-тихо-тихо. А, можно сзади подойти же, да? Нет, не получилось. Ты чё, мимо нас прошел? И проходишь до сих пор. Ой! Обнимашки. Эй! Ты чё тут завалил мужичка нашего? Ну да, а? Странно, здесь какое-то взаимодействие с ними. Да. Хорошо, что нам делать-то? Куда идти, как идти, что делать? Мудни-то по-любому загасить надо. Вагончики, ну хорошо, давай по кругу пойдем. Я не знаю, как идти сейчас. Куда идти? Свет зажегся. О. Что-то сигнал какой-то был, видел? Может где-то здесь что-то? Нет, дверцы не открываются. Во. Что-то такое? Гвозди. Именно такие длинные гвозди из нержавеющей стали обычно используют в строительстве. Из них получается отличная шарапнель. Этот компонент используется для создания полезных предметов. Пригодится. Гвоздь плюс один. Зашибись, ручка взломалась. Козлина какая-то. Ай, ёп! Вот и дверь нам открыли, в общем. Спасибо, мудак. Ух, как же ты орёшь, гад, страшно. Случилось, почему ты таким стал? Ну что за херня, почему ты меня душишь, ты тварь? Почему он подох? Вот могу сказать свое мнение, отвратительно он бьет ножом, вообще. Вот я минут две назад сказала, говорю, здесь какое-то странное взаимодействие с врагами, что вот именно он его бьет, и как будто вот он вроде бы его ударил, но по идее... Ну, по идее, он его должен был ударить, но почему-то действие вот этого не произошло. Он его просто по текстурам провел и все в воздухе. Ну, давай, давай, не тормози, нахуй, достал. Плохо он бьет ножом, да плохо. Давай, иди, чё не идём. Аде, аде. Уходи, уходи. Дерьмовая, да. Игра 2017 года, а ножом он бить не умеет. Вообще фуфол, да. Плохо. Да ёб твою мать, ну что ты перезаряжаешь-то каждый раз? Видишь, смотри, вообще, да.
Отвратительно сделал. Не умеет он бить ножом. Плохо, все плохо, да. Это можно мне... кофейку сходить попить. Это мне не нравится. Там мудак будет. Расстроило мне это чуть-чуть, что нихера он не может бить. Плохо. Совсем плоховато. Где этот сраный кофеин? Жесть, тогда еще подкрутит опыт. Ну пошли, фиг ли делать, там мудак вылезет. Так, минус в игре выявлен. Это он отвратительно бьет. Он очень плохо бьет ножом. Блин, до этого сраного кофе еще бегать. Почти приперлись. Ладно, до мудака добежим, в общем-то. Здесь это фуфловый кофе. Нет, может, не здесь, что ли? Во дворе он где-то заходил. Да, со двора заходил. Сюда аж. Тут он. Исследовать помойку. Морутопия. Симс. Еще там какие-то игры. Ладно, помойка везде. Разработчики так смеются над персонажами своими. Нихера ты здесь. Чего? Ладно. Блин, ну плохо, что он так ножом. Ведь неинтересно мне, если честно. Стало очень. Убежище подняло. Во-первых, да, она очень сильно тормозит игра. Так, где этот потный анимал? Пойдем кофейку попьем. Пойдем кофейку. А чего он не пьет? Почему он не пьет кофе? Он сказал, какое-то время типа подождать надо, пока он нальется, что ли, что-то такое. А как его сделать, чтобы он нальется? Там был задействован. Поговорить с мудаком. А, поговорить? Странно, какое-то время. Ну, у тебя были какие-то лекарства, попробуй тогда их использовать. Так, так что ли? Нет. А как использовать, я забыл. Там как-то в меню надо зайти и нажать. Где у нас это меню? Плохо, сигнал, что за сигнал? Сигнала нет, да? А прибор, который он в руках держал, ты его можешь достать? Нет, я его сейчас доставать не буду. Убежище Анила. Да, фигово, конечно, фигово. Посмотрим, что будет дальше. Кофе еще не изготовился. Ну что это, ну это разве удар ножом? А он здесь не может его, да, он здесь не может бить ножом. Это отвратительный удар ножа для игры 2017 года. Они все время на кон ставят графику, вот что в этом Silent Hill было, то есть. Сама игра как-то такая, кажется, медленная. Ну выйди, я же жму хуйму. Хотелось бы немножко побыстрее. Да, так что подписка на канал, спойлер, по контакту, комментируй, лайк, пока. Пока.